Жителей десятков иерусалимских домов эвакуировали из-за сильного пожара, разбушевавшегося в лесу вблизи Иерусалима. Огонь вплотную подошел к одному из районов города. Всех жителей по СМС оповестили об опасности. Для ликвидации возгорания были привлечены 11 самолетов и 50 пожарных расчетов. Специалисты говорят, что огонь возник из-за непотушенных костров, оставленных после еврейского праздника Лаг-Баомер. Однако это также мог быть умышленный поджог. Силы полиции, бригады скорой помощи и пожарные находятся в районе Иерусалимского леса, где бушуют пожары. Для борьбы с огнем привлечены дополнительные полицейские силы, пожарные и 4 самолета. Работы будут вестись до тех пор, пока мы не возьмем ситуацию под контроль.